А кто это у нас тут на троне сидит такой? Кто это? Кто это такой? Кстати, увидите, что я играю без карт. Ну, вы понимаете, да? Элемент просто выполняю, поэтому карт нет. Я, кстати, забыл на одном из видосов это сказать, поэтому... Блядь, так на ботов похожи персонажи. Отличный пас, отличный бросок, возможно. Это не боты? Так на ботов похожи персонажи. Ладно, ладно. Итак, финтит, свинтит наш великий, я ДГ, СГ, СГ пытается обыграть, крутится, вертится, я заталкиваю центрового, и это невероятно трех. Если я... Блять, да, хуй на... Ебать. Как говорится, даже в матчмейкинге 24+, можно найти ботов, ну а шо бы нет. Итак, неплохо, неплохо, игра идет, финтит, вот это да, вот это он разматывает бота, он может. Невероятный подбор делаю я, даю ассист и толкаюсь, блин. Такое ощущение, что я без карт играю лучше, чем с картами, это вообще законно? Господи, они даже разговаривают, боты. О, дабл ди, ди. А вдруг там единственный игрок, кто... О, смотрите, он сразу отошел. Отличный пас, а вот это пас, это народный мяч, понимаю. Давай пас, давай. Тебе верну, ёпта мать. Почему некоторые СГ так боятся возвращать пас, скажите мне? Вот почему они боятся? Что тут такого? Не знаю, я им почему мяч не верну, что ли, или что, я какой-то жмот центровой. Бросать будешь? О, бля, центровой через меня. О, бля. О, такие... Когда меня так забивают, это вообще обидно. Итак, он бросает, и он забивает. О боже, вот это крутилка-вертелка. Это просто невероятная игра. Невероятно. Вы когда-нибудь видели что-нибудь прекрасней? Прекрасней этого я тоже ничего никогда не видел. Так крутится, вертится. Рано кнопки нажимает, блядь. Понимаю. Нормально. Вы когда-нибудь нажимали кнопки раньше времени? Вот я частенько. Так, вот это пас, вот это треха. Такой пас. Накроет. А, нет. Странно, что он не накрыл. Знаете почему? Это странно очень. Но знаете почему странно? Он стоял в центре. В центре обычно накрывают такие броски. Обычно очень легко накрываются такие броски. А еще сегодня какой-то особенный день, я так понимаю. Может быть, день независимости фристайл баскетбола. Я не знаю. Давай мне мяч. О, забьет, да. Ну все, это видно, что бот, он... На самом деле, эти алиупасы, они так видны. Они так видны, особенно когда они с первого раза. Итак, он что-то мудится. Опа, отлично. Перехват, вот эта игра, невероятно. Вот это пас, вот это обыгрыш, вот это заслон, бросок, крутит, вертит. Опа, возвращаем ему, три. Блять, мяч слишком далеко отлетел. Такое даже великие руки меня, проблокера, не спасут. Они так умеют. Это пас, вот это финт, да дай ему пас уже. Отлично. Отличная игра, невероятная игра. Ладно, давайте с вами поговорим. Как у вас дела, как настроение, как семья, как дети? Нет, мы с вами не поговорим, они сдались, ебаный в рот. Я только начал разговор, видите, они не хотят, чтобы я с вами разговаривал. Не хотят. Что вы думали, мы с вами остановимся на одной игре, что ли? Че, вот такая игра и все, да, и я вас брошу? Никогда. Сейчас будет игра, наверное, с нормальными соперниками, не ботами. Играем без карт, все так же без карт. Но это ивент, извините, по мегапасу я его выполняю. Я в этом сезоне делаю ивенты, поэтому... Ну, надо же, правильно. Да. Поэтому сейчас мы увидим, как мы насосем. Блять, это опять боты. Это боты? Это бот под кольцом, точно. Опять боты, кстати. Опять боты. Реально боты.
О. Пас. Так. Так вот, давайте с вами поговорим. Как у вас дела? Как настроение? Кстати, вот я все время спрашиваю вот это вот настроение, как семья, как дети, а вы мне никогда не отвечаете. Я что, у кого спрашиваю все это? Что, я типа сам с собой разговариваю? Странно все это. А еще, да, кстати. Да, кстати, правильно говорят, что... Он, видите, все время Алиуп просит. Алиуп просит, смотрите, видите, центровой просит Алиуп. Блять. Ёб твою мать. Как? Как? Может быть, и стрелочки я не нажимаю. О, какой пас. Танцуем перед ним, тварь. На, танцуем. То блок, то блок. Да, конечно, проблокер. Это сразу видно, что проблокер, и я не могу... О, пошло дело. Вот это был то блок. Я понял, они просто, я играю без карт, поэтому они решили поддаться мне. Пацаны, забирайте мяч уже. Я... На самом деле, вот, я заметил такую хрень, что если играть через Skyhook, вот кто-то из команды, допустим, играет Skyhook, мяч периодически выпадает всегда в одни и те же места. Абсолютно в одни и те же места падает. То есть... давайте я вам расскажу пример, приведу, да? Если идешь вправо, он может отскочить либо тебе, либо в центр, либо влево. То есть, если играть в команде специально под Skyhook, да, понятно, что это нелогично, что если команда забивает трехи, да, то все это бредово, типа. Блять. Непонятно. Меня боты ебут. Непонятно. О, бля. Ну ладно, надо, наверное, от этого красавчика играть, потому что... Вообще не понимаю, как меня этот бот накрывает. Это вообще бред какой-то. Вообще не накрывает, а не дает мне пас. Что происходит? Так, даем пас. Он его просто на одном движении обыграл. Просто на одном движении. Вот с одной стороны кажется, что это бот, но с другой стороны у него такое поведение не свойственно боту. Вот. Непонятно вообще, непонятно. Кстати, вот это Алиуп, когда просит, он... неужели, типа, бота бы Алиуп просили? Бота бы Алиуп не просили уж точно. О, кстати, видели? Меня не было под кольцом, поэтому дал пас. Нет, я уже сомневаюсь, что это боты, скорее всего, это просто игроки. Хотя персонаж, это, конечно, выглядит очень стрёмно. Какой-то прям вообще прям... Итак, я обыгрываю это делать финтулю. Блять, я мяч не поймал. Знаете, как такое бывает? Когда я на F два раза нажимаю. Два раза на F, это очень опасно. Когда почему-то два раза на F тыкаешь, и он сюда мажет. Но если один раз, то это сильно, это обычно все. Блин, не понимаю, как вот... Как можно в лицо блока... Ёпта твою мать. Ладно. Только что хотел сказать, как можно в лицо пропустить такой бросок, и тут же я пропускаю в лицо. Такой бросок, это прям сильно. Финтулю показал, молодец, и забил. На самом деле, после этой игры я даже не знаю, стоит ли снимать продолжение, потому что... Ну что тут снимать? Тут и так все понятно. Пацан трешки вот наливает. Хорошо. Этот СГ хорошо бросает. Мы хорошо играем. О, пацаны опять сдались. Ну, они прям, у них это... Прям им нравится. Нравится сдаваться. Это не сдашься, как говорится, не сыграешь, да? 9 минут. 9 минут. Две игры в 9 минут уложились. Понимаю, да. Две игры 9 минут. Что может прекраснее, когда люди сдаются. Да. Ладно, всем пока.